Сегодня в 16:00 чемпионы Казахстана по мини-футболу проведут матч открытия элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Соперник сильнейший клуб Белоруссии – Витен. В финал Еврокубка выходит только одна команда из четырех, что собрались в Тюмени. Это раунды, которые не имеют права, ни одного команды имеет право на ошибку. И поэтому цена ошибки, она очень дорого. Так что совсем другая игра здесь. Три соперника. Не могу сказать, что есть какой-то проходной или нет. Здесь будет и очень упорная борьба. Матч с МФК Тюмень Кайрат ждет в заключительный день турнира, 5 декабря. Здесь много раз играли против Тюмени, против болельщиков. Болельщики здесь толкают, и конкретно на победу команда. Как я говорю, идеальная атмосфера. Но впереди до Тюмени еще два матча, очень важные.